Предприимчивый Филипп Киркоров пытается разделить свой двухэтажный пентхаус на Арбате на два маленьких пентхаусика, чтобы уменьшить их стоимость и снизить налог на недвижимость с 6 миллионов до 2. Шикарнейший 537 квадратов в самом центре Москвы Филипп Бедросович купил у бывшего президента Киргизии в 2021 году. Реальная стоимость жилища – около миллиарда рублей, кадастровая – почти 300 миллионов. Высшая планка, роскошь и 2% налога в год. Это Киркоров и пытается исправить. Уверяет, при переоформлении документов в налоговой все перепутали. Почему-то посчитали два пентхауса одним, сложили их кадастровые стоимости и ошибочно начислили ему 6 миллионов налога. А если считать раздельно, то оба объекта идут по ставке 0,3% на 2 миллиона. Теперь Фемида будет решать, кто Киркоров. Мистер Роскошь с большим пентхаусом на Арбате или простой работяга с двумя маленькими.